Здравствуйте, друзья! С вами школа скульптуры и рисунка Елены Дашутиной. В рамках объединения сферы я веду для вас уроки скульптуры и рисунка. Сегодня мы займемся рисованием шара. Это первая фигура, которую все рисуют и лепят всегда. Для этого нам нужен сам шар, натура. Мы уже об этом говорили. Нужно две белых плоскости и направленное освещение. Для чего нужно, чтобы было все белым? На шаре мы изучаем то, как распределяется свет на округлых поверхностях. Это наше первое непростое задание. Итак, приступим. Итак, друзья, перед нами белый лист бумаги на кнопочках, повешен по нашему росту перед нашим лицом, так, чтобы удобно было работать. Для работы, как я уже говорила, нам нужен карандаш, заточенный правильным образом, и ластик. Я не помню, говорила я в тот раз или нет, мы покупали прямоугольный ластик. Для того, чтобы нам было удобно с ним разрезать, нам нужно разрезать его по диагонали. И у нас получится вот такая вещь. Так, все, что нам нужно, у нас есть. Теперь поговорим немного о теории. Значит, начинаем мы с того всегда, что располагаем наше изображение композиционно в листе. Всегда нужно учитывать, что это должно быть красиво и гармонично. В данном случае у нас шар, от него падает тень. Поэтому само изображение шара должно быть немного смещено от центра. Тень падает вправо, нет, влево. Поэтому шар должен быть смещен вправо. Так, значит, от нижней границы нашего листа до изображения у нас должно быть большее расстояние, чем от верхней границы листа до изображения. Мы нарисуем шар, его тень и переднюю границу нашего стола. Так, что еще нам нужно? Просто нужно начать. Сначала мы примерно для себя изображаем, где это будет находиться. Вот снизу больше, сверху меньше. Карандаш мы держим определенным образом. На первых порах нам карандаш нужно держать вот так. Вот так. В руке вот так. Значит, он прижимается ко второй или к первой фаланге большим пальцем. Остальные пальцы просто его слегка немного сдвигают, там фиксируют, но в него точно не надо там крепко цепляться, потому что он должен быть подвижным и мягким, особенно когда мы еще не очень хорошо умеем рисовать линии. Если мы его слишком крепко зажимаем, мы начинаем царапать борозды на бумаге, и потом нам очень сложно будет лишнее стереть, будут оставаться следы. Итак, мы держим карандаш мягко, стоим к бумаге на вытянутой руке. Вот мы наметили наше изображение. Здесь примерно у нас с вами будет низ стола, там или чуть повыше. Здесь будет тень ориентировочно. Композиция намечена. Приступаем теперь к самому изображению. Для того, чтобы сделать ровно шар, нам нужно нарисовать для начала две оси. Вертикальную и горизонтальную. Примерно через центр изображения. И по этим осям, ну, желательно, конечно, чтобы они были ровные. Мы уже старались нарисовать красивые ровные линии. Выберем центр. И от него будем откладывать одинаковое расстояние во все стороны. Выберем один модуль, который у нас всегда потом будет для проверки существовать. Вот, допустим, такое расстояние. Теперь откладываем такое же расстояние в остальные три стороны. Все время проверяем, такое оно или нет. Еще раз сверили. Откладываем. Мы разметили. Здесь будет находиться наш шар. Значит, теперь для того, чтобы начать рисовать следующий этап
намечать окружность, нам уже нужно немного по-другому держать карандаш. Примерно так, как мы держим ручку, когда пишем, но при этом пальцы должны быть прямыми, ну, более-менее прямыми, мягкими, но почти прямыми. И мы не должны ни в коем случае опираться на лист ни краем ладони, там, ни локтем, ничем другим. Единственная точка опоры у нас может быть – это кончик пальца на этой стадии. Приступаем. Мы намечаем окружность. Какой она у нас будет? Наши движения продолжают быть мягкими. Мы не должны делать сейчас никаких ярких, жестких линий. Потому что на первых порах нам придется много стирать. Самая неудобная часть — это вот это, потому что нам приходится выгибать руку неудобно. Вот мы наметили шар. И для того, чтобы проверить, какой он у нас получился, хороший или плохой, нам нужно отойти на некоторое расстояние, на 2-3 метра от рисунка. Ну, зависит, конечно, от того, какое у вас зрение. Сейчас я вижу, что шар достаточно кривой, его надо корректировать. Вот здесь точно совершенно нужно сделать его покруглей. Вблизи я этого не вижу, потому что это недостаточное расстояние, чтобы мочь оценить качество своей работы. Чаще всего, когда мы рисуем большие размеры, мы оценить качество своей работы можем только с расстояния. Поэтому те, кто плохо видит, должен выбрать максимально отдаленное расстояние, ну, чтобы все-таки, конечно же, видеть свою работу, но не списывать там свое нежелание отходить от работы на то, что не видишь, потому что вблизи тем более не видишь, не можешь оценить. И ошибки копятся, если отходишь редко. Итак, мы корректируем наше изображение. Когда вы делаете это в первый раз, вы можете недостаточно хорошо видеть, что именно не так с вашей работой. Если вам нужна дополнительная информация, вы опять, вот у нас модуль, вы опять кладете карандашик сюда и отмеряете от центра. Здесь у нас расстояние вот такое, должно быть побольше. Еще раз сравниваем. Здесь у нас расстояние практически верное, на самой сложной части, между прочим. Снова отмеряем. Здесь совершенно недостаточное расстояние. Есть одно важное правило. Когда вы стираете то, что вы нарисовали, когда вы что-то исправляете, то стирать это неправильное нужно только после того, как вы исправили, потому что у вас должно быть что-то, с чем сравнить. Потому что если вы стерли неправильно, то вы можете исправление свое нарисовать ровно на том же месте. А когда у вас есть с чем сравнить, то вы сначала нарисовали, стерли, и у вас стало лучше. Так, и последнее, что мы должны сравнить, это вот это. Здесь опять же есть некоторые искажения. Как видите, я все время держу карандаш с опорой на палец. Никаких вот таких вот моментов не присутствует. Еще один момент. Когда вы работаете, то штрихи, которые вы наносите, вот эти вот отрывистые штрихи, они не должны быть очень коротенькими. Если они слишком коротенькие, то у нас получается такая, ну, некрасивая, такая рыхлая линия. Здесь, особенно вот на этой стороне, мы вообще свою руку можем использовать практически как циркуль, потому что вот это у нас палец, который является точкой опоры, и естественное движение вокруг пальца — это как раз вот такое закругленное. Нам остается только корректировать направление карандаша, но это делать достаточно удобно. Таким образом,
мы уточняем нашу окружность. Итак, друзья, мы с вами наметили окружность, уточнили ее, привели в порядок. Но работа наша должна идти последовательно, и мы не должны ни в коем случае ударяться только в какую-то одну часть рисунка. Рисунок на любой стадии должен выглядеть как бы завершенным. Поэтому нам нужно нарисовать не только саму окружность, но и все, что мы планируем кроме нее. То есть тень, дальнюю сторону стола и переднюю сторону стола. Итак, передняя у нас уже практически есть. Смотрим на натуру для того, чтобы наметить тень. Намечаем ее ориентировочно. И задаем дальнюю сторону стола. Когда мы рисуем что-то за предметом или какие-то невидимые стороны предмета, то мы их прорисовываем полностью. То есть для того, чтобы нам провести линию за окружностью, за кругом, точнее за шаром, нам нужно ее нарисовать так, чтобы она не прерывалась вот здесь, а через весь лист, через весь шар. Иначе у нас будут вот эти вот два кусочка отдельно, они не будут выглядеть как единая слитная линия. Значит, вот мы намечаем все то, что планируем нарисовать. Каждый раз отходим для того, чтобы оценить то, что у нас получилось. И чтобы это выглядело хорошо, нам еще нужно некоторое время на уточнение. Итак, друзья, мы с вами наметили то, что мы собирались сделать. На этой стадии у нас намечено две линии, ограничивающие плоскость, на которой стоит наш предмет. Намечена тень, намечен сам шар. Теперь нам нужно вычистить рисунок и подготовить его к штриховке. Для этого мы убираем все, что у нас здесь внутри нарисовано. Стараемся это делать аккуратно, не нарушая наш найденный рисунок. Наши движения должны быть точными. Все вспомогательные линии уходят. И остаются только окружность, тень и две прямые линии. А теперь нам нужно перейти к схеме штриховки. Значит, на шаре свет всегда распределяется по одной и той же схеме, независимо от того, с какой стороны на него падает свет. Значит, схема всегда простая. Ну, допустим, свет у нас падает отсюда. Значит, у нас есть блик, но блик мы рисовать с вами не будем. У нас есть зона света. Это белая зона. Следующая зона это полутон. Он всегда присутствует. Следующая зона это тень. Это самая темная часть на нашем шаре. И последняя зона это рефлекс. Значит, самая светлая часть у нас это блик. Но поскольку мы рисовать его не будем, то у нас в целом весь свет будет самой светлой частью. Следующая часть, полутон, она потемнее, чем свет, но плавный переход от света к полутону. Дальше идет самая темная часть шара, это тень, собственная тень. А рефлекс — это то место, куда падает отраженный от нижней плоскости свет. Это всегда возле края, особенно на круглых поверхностях. Он также может быть и на прямых поверхностях, но на круглых его обязательно нужно указывать, потому что без него шар не будет выглядеть круглым, а будет, вернее, он не будет выглядеть шарообразным, а будет выглядеть просто вырезанным круглым. И как распределяется тон на падающей тени. Значит,
та часть падающей тени, которая наиболее близко к шару, то есть там, где шар соприкасается с поверхностью, она самая темная. Чем дальше от нее, тем светлее. Но надо учитывать, что падающая тень обычно темнее, чем собственная тень шара. Начинаем мы штриховать наш рисунок всегда с самого темного. То есть мы как будто бы проявляем фотографию. Сначала появляется самое темное, потом постепенно добавляются полутона. Значит, карандаш мы держим опять таким же образом, с опорой на палец, и начинаем штриховать по форме. Штрих по форме в данном случае будет полукруглым. Мы будем начинать от края и продвигаться вокруг шара. Так, друзья, переходим к штриховке. Штриховку мы кладем по форме. В данном случае у нас форма шар, и штриховка должна быть полукруглой. То есть иметь форму, значит, похожую на этот самый шар. Каким образом мы определяем, как класть штриховку по форме? Мы смотрим на края предмета. Если это прямые края, мы смотрим, в каком направлении они идут. Если это округлые края, то, соответственно, мы делаем просто параллельно им. Поэтому получается, что мы начинаем. Сейчас мы будем штриховать тень. Тень у нас находится вот здесь, в данном случае. Примерно в этой зоне, там и чуть выше. Мы будем начинать с этой стороны и придем вот сюда. Поскольку у нас направление окружности, вернее, стороны, скажем так, оно все время меняется, то и штриховка у нас тоже будет меняться. То есть начинаем мы отсюда, направление идет параллельно вот этой стороне. При передвижении дальше у нас направление штриховки тоже проворачивается по кругу. И когда мы приходим вот сюда, к краю нашей собственной тени, у нас направление штриха уже совершенно другое. Вот, оно уже в большей степени параллельно вот этой стороне. Ну или там близко к тому. Начнем. Итак, начинаем. Вот направление нашего движения. Вот направление, по которому мы будем класть штрих. То есть вот эту зону мы будем штриховать. Вот таким образом мы кладем штрих. Как только нам становится неудобно, мы разворачиваем руку и начинаем вести штриховку с верхнего угла. Таким образом у нас вот эта штриховка и эта штриховка встречаются, и вот это вот движение плавно переходит вверх. Таким образом мы проходим несколько раз эту зону, потому что это самая темная часть у нас. На первых порах вам будет не очень удобно, но со временем вы привыкнете. И постепенно мы эту зону, когда она начинает становиться темнее, расширяем. Самую темную часть на нашем предмете мы прошли. Теперь у нас есть еще одна самая темная часть — это падающая тень. В данном случае, чтобы работать, чтобы штриховать по форме, нам нужно определить форму подставки, то есть стола. Стол у нас плоский, и его ограничивают в данном случае две прямые линии, обе они параллельны, поэтому направление штриховки у нас будет параллельно этим двум линиям. Как видите, я продолжаю опираться на палец, когда штрихую. При этом палец не стоит на месте, а он движется. Иногда в начале ученики не могут понять сразу, что палец не обязан прилипнуть к листу, что он может двигаться в разных направлениях, как нам удобно. То есть он просто дает нам некоторую опору, но при этом он подвижен.
Итак, мы заштриховали две самые темные части. Они пока достаточно светлыми выглядят, но постепенно мы начнем набирать тон. Для того, чтобы наш штрих не выглядел полосками, то есть вот одна полоса, потом вторая полоса, там внизу третья полоса, нам нужно научиться штриховать маятниковыми движениями. Вот штрих, когда он стоит на пальце, естественным образом имеет вот это вот маятниковое движение, вернее, не штрих, а карандаш. Мы приближаем карандаш к листу постепенно, и когда он дотрагивается до листа, он сначала проводит тонкую линию, потом мы ее делаем толще, и когда нам нужно, мы снова ее отпускаем, и линия становится как бы с двумя хлыстиками с двух сторон. А здесь мы применяем это для того, чтобы не получились полосы, потому что когда мы штрихуем просто две отдельные полосы, то между ними получается такая светлая борозда. А поскольку это у нас единый округлый предмет, то нам эта борозда совершенно не нужна. Поэтому стараемся и для того, чтобы у нас верхний край потом тоже мог смыкаться с чем-то, если это будет необходимо, и нижний смыкался, стараемся делать вот это вот маятниковое движение. И продолжаем движение по кругу. Кроме этого направления мы будем еще использовать вот такой штрих для того, чтобы усилить тон в необходимых местах. По тону у нас рефлекс темнее, чем полутон, поэтому нам нужно сейчас будет двинуться к низу этого шара. Таким образом мы проходим много раз наш рисунок штрихом. Постепенно он становится все темнее и темнее. Между штрихами нужно оставлять достаточно воздуха, чтобы у нас рисунок не начал отсвечивать, чтобы он не стал целиком единого, скажем так, тона. Потому что в этом случае уже невозможно показать, что темнее, что светлее. В этом случае просто получается такой какой-то асфальтовый оттенок, ну, серый рисунок, скажем так. А сейчас я поработаю со штрихом и продолжу. Так, наш с вами рисунок продвинулся вперед. У нас появилась зона тени собственной, зона рефлекса и часть зоны полутона. Мы уплотнили падающую тень. Сейчас нам нужно научиться работать ластиком. Вот для чего мы ластик резали под углом. Для того, чтобы мы этим самым ластиком могли штриховать как белым карандашом. Если у нас есть какие-то изъяны в нашей штриховке, мы должны повернуть ластик острой стороной и штриховать их в том же направлении, как если бы мы штриховали карандашом. То есть мы не пытаемся никогда стереть полностью нашу штриховку, потому что если мы какой-то кусок штриховки стираем, мы уже никогда не сможем сделать так, чтобы вот этот кусок не отличался по тону от всего остального. Поэтому мы всегда ластик используем. Вот я говорю, там не трём жестко, если это о штриховке идет речь, а используем его как белый карандаш. То есть мы штрихуем в том направлении, которое для нас желательно. Вот мы уплотнили тень, уплотнили рефлекс. Рефлекс у нас темнее, чем полутон. Вот, поэтому нам нужно эту зону сделать опять еще темнее. Для того, чтобы у нас как бы ресурсы карандаша сохранялись, мы можем
немножечко менять угол наклона штриха, когда у нас уже основное направление задано, мы можем чуть-чуть корректировать, но никогда не делать его там поперек основной штриховки, а только немножко менять угол. Таким образом мы и усиливаем тон, и при этом не даем никаких неестественных направлений в штрихе. То есть штрих по форме все еще остается штрихом по форме. Есть один нюанс. Когда мы штрихуем, нам никогда не нужно штриховать, не отрывая карандаша там туда-обратно. Вот так мы делать не должны, потому что это дает нежелательные эффекты. У нас тогда не будет получаться вот этого самого тоненького жгутика, тоненького хлыстика на конце штриха, и будет некачественная штриховка. Поэтому всегда в одном и том же направлении. И стараемся доводить начатое до конца, потому что если мы не довели полосу штриха до конца, то, скорее всего, после того, как мы к ней возвращаемся, она уже немного отличается от того, как мы начинали в первый раз. Так, теперь нам нужно усилить тень. Мы уже в основном израсходовали ресурсы штриха. Ну, во всяком случае, на первых порах для нас другие ресурсы не очень доступны. Сейчас мы посмотрим, как еще можно поштриховать. Значит, сейчас мы кладем карандаш очень сильно боком к бумаге. Но не так, чтобы он полностью лежал грифелем на бумаге, а просто, ну, довольно в наклонном положении. И вот таким вот образом, проскальзывая пальцами по бумаге, то есть с опорой, мы вдоль края шара усиливаем нашу зону тени. Теперь пройдем еще раз. Так, теперь у нас появилась отдельная зона тени, но зона рефлекса и полутона практически по тону друг от друга не отличаются. А нам нужно, чтобы зона полутона, ой, в смысле зона рефлекса была темнее, чем зона полутона, потому что она все-таки остается в рамках тени, просто она чуть-чуть светлее тени должна быть. Поэтому проходим снизу еще и еще и еще. Вот таким вот образом мы утрясаем наши зоны. Стараемся, чтобы они не выглядели оторванными от друг друга. То есть у нас переходы должны быть достаточно плавными. И постепенными, потому что это шар, это округлое, и у нас никаких углов здесь нет. У нас все тоновые переходы плавные. Не забываем отходить от работы, чтобы оценить результат. Так, шар у нас сейчас достаточно темный, теперь нам нужно подтянуть падающую тень, которая обычно по тону темнее, чем собственная тень. Значит, здесь мы немного по-другому кладем штрих. У нас есть край шара, и для того, чтобы у нас получался акцент на том, что здесь заканчивается эта форма, мы ставим карандаш прямо на эту линию и от нее делаем резкое движение, штрих, чтобы он был яркий, но при этом у нас вот со стороны, где начало штриха, нет вот этого вот хлыстика. То есть здесь у нас нет такой задачи делать какой-то переход. Для нас, наоборот, важно, чтобы было видно, где штрих останавливается. Как я уже говорила, самая темная часть у нас вот здесь, где шар соприкасается с поверхностью стола. Здесь нам нужно усилить тон.
можно немного подчеркнуть место, где заканчивается шар, начинается падающая тень, такими круговыми движениями. Примерно таким образом мы действуем, когда штрихуем шар. Вы можете тренироваться в этом деле неоднократно. Вы можете несколько раз нарисовать шар. Я думаю, что если вы таким образом поступите, для вас это будет очень хорошо, потому что опыт приходит с ошибками, с пробами, естественно, как всегда. Так, ну сейчас нам нужно поговорить еще о перспективе тона. Основную раскладку тона на шаре и на тени я рассказала. Перспектива тона, что это такое? Значит, то, что к нам близко, то более контрастно. То есть белое белее, черное чернее. На стыке наиболее близких к нам поверхностей тоновых, получается наиболее яркий контраст. Для того, чтобы нам подчеркнуть это, нам нужно сделать таким образом, что, ну, допустим, вот эта поверхность, она у нас белая. Да? Для того, чтобы нам показать то, что вот близкое к нам белее, а далекое от нас менее контрастное, более серое, нам нужно просто здесь тихонечко наметить тон. Наверное, даже лучше, поскольку у нас здесь, ну, нету поворота формы, поворота плоскости, наверное, лучше делать горизонтальный штрих. Таким образом, у нас получается вот эта часть явно близкая к нам, это явно далеко от нас. С этой стороны точно так же. И главное место, где мы можем показать эту самую перспективу тона, но не удаляющегося, а наоборот близкого к нам, это вот эта часть, это передняя часть нашего стола. Мы ее штрихуем вертикальными штрихами. Они могут быть достаточно грубыми, достаточно яркими, достаточно редкими. Вот такой вертикальной штриховкой мы проходим всю переднюю часть стола. Когда мы прошли ее несколько раз по вертикали и уже израсходовали возможности карандаша, то можно сменить угол и немножко повернуть и проходить под небольшим углом штриховкой точно так же всю эту переднюю поверхность. Так, сейчас я займусь этим, и вы тоже займитесь, через некоторое время мы вернемся к нашему шару. Так, мы прошли нижнюю часть. Для того, чтобы у нас штрих, который идет перпендикулярно к линии, не был, не разрывал линию, нам нужно немножечко пройти вот таким вот горизонтальным штрихом возле линии, возле края стола. Опять же, мы кладем карандаш сильно боком, для того, чтобы это не выглядело как штрих, а выглядело почти как просто тон. Или, во всяком случае, не появлялась у нас такая неприятная сеточка. Просто для того, чтобы уплотнить сам штрих, мы делали другое его направление, немного наклонный его клали. А для того, чтобы убрать изъяны возле края стола, нам нужно их вот так вот просто потонировать. Вообще, для того, чтобы наш рисунок не выглядел грубо, нам нужно использовать этот прием. Здесь по краю нам тоже стоит немножечко подтонировать, так скажем. То есть, не нажимая сильно, давать такой немного серый, что ли, штрих, чтобы убрать слишком грубые штрихи. Но при этом не нужно забывать, что это у нас зона рефлекса, то есть она обязательно должна оставаться светлее, чем тень. Сейчас мы как бы обобщаем
наш рисунок, он перестает быть таким раздерганным. Если у нас есть какие-то нехорошие штрихи, мы их убираем, закрываем, они перестают быть такими яркими и заметными. Карандаш лежит боком, как видите. Значит, зону тени и рефлекса мы в основном закончили. Сейчас нам нужно пройти зону полутона. Мы, поскольку здесь уже тоже штриховали, то в основном нам нужно сделать, опять пройти по другому направлению штрихом, чтобы показать и обобщить, показать, что у нас все-таки шар, а не сетка, натянутая там на шар. Вот мы круглым штрихом, отрывистым таким, проходим по кругу. Таким образом создавая ощущение круглого предмета, шарообразного. Еще для того, чтобы наш шар не выглядел грубо и для того, чтобы он по тону был естественным, нам нужно поработать с линией контура шара. Значит, линия контура в той части, где на шар падает свет, и в той части, где полутон, должна быть светлее. Мы сейчас пройдем ее ластиком и высветлим. Стараемся не стирать полностью эту линию, а делать ее тоньше и светлее. Ластик, когда он становится грязным, начинает мазать бумагу, мы можем почистить мольберт и снова приступать к работе. Как только он становится грязным, сразу его очищаем. И не забываем очень часто отходить от рисунка. Если мы повредили линию контура, мы ее можем снова нарисовать. Если мы ее нарисовали слишком ярко, мы можем снова ее потереть ластиком. Эта работа тонкая, но со временем это становится легко. А там, где у нас наиболее затененная часть, то есть даже это не сам шар, а место, которое под шаром, здесь мы, наоборот, контур усиливаем, проходим его очень ярко, даем такой акцент. И переводим это в тень штриховкой. Таким образом у нас получился тоновой акцент, и становится понятно, что шар — это шар, а падающая тень — это падающая тень. Ее еще нужно проходить, делать темнее, потому что она должна быть темнее шара. То есть, как видите, мы уже много раз проходили одни и те же зоны штрихом, но, как я уже говорила, это у нас как проявление фотографии. То есть сначала мы проходим самое темное, потом самое темное делаем потемнее, и у нас начинает появляться что-то более светлое. Когда появляется более светлое, темное становится недостаточно темным, мы опять возвращаемся к нему. И таким образом мы такими движениями там от одной зоны к другой, в общем-то, в конце концов приводим это в состояние полностью завершенного тона. А работа, в принципе, может оказаться слишком темной, если не смочь остановиться вовремя, может оказаться слишком серой, когда мы не умеем давать правильные тоновые акценты, которые делят рисунок на белое, серое и черное. Ну, все это мы будем потихоньку с вами учиться делать. В основном мы с шаром закончили. Тут, конечно, есть масса нюансов и тонкостей, но я думаю, что для первого раза вам должно быть достаточно. Поработайте с шаром. Можно его нарисовать несколько раз. Можно рисовать его с разных ракурсов. Если свет падает с другой стороны, то вся та же схема, ну, просто зеркально.
распределяется свет с этой стороны, потом полутон, потом идет тень и рефлекс. И тень падающая будет в другую сторону. Я думаю, что это всем и так понятно, но на всякий случай вам говорю. Итак, я рассказала, как работать с шаром. В следующий раз мы будем разбирать куб. Вот, подготовьтесь, пускай у вас будет куб и хороший запас чистой бумаги. Не забудьте подготавливать, точить карандаши. И удачи! До свидания!